Вот миссия отца и матери влияет же на детей. Давайте так скажем, миссия это, чтобы вы понимали еще проще, это мораль человека. Да, влияет, конечно, влияет. Они могут превратить у детей в триггерное состояние, посттравматическое событие называется. То есть, ребенок растет до 7 лет в энергии мамы. Какую он мораль и убеждения будет брать? От мамы, естественно. С 14, с 7 до 14 к энергии мамы подключается энергия папы. Какие убеждения, мораль он будет брать? Как сказал папа? Улавливаете связь? И в 14 лет ребенок, подросток созревает, он уже взрослый. Вот считайте, он взрослый уже. С 14 лет бесполезно менять своего ребенка. Это бесполезная трата времени. Но наша же мораль хочет. Помните, я сказал, мораль, миссия говорит, да будет так, как я скажу. Это мораль же хочет. И мы продавливаем своих детей, лишая их реализации. Но когда включается мораль, вы должны понять, то человек внутри возомневает себя Богом. Но надо понимать, что мы все в морали у Творца. Потому что мы все частички любви. Мы все частички Бога, чтобы понимание было. Но когда включается мораль, человек говорит не своим языком, а языком морали. В этот момент в него входит грязная энергия, сущности и так далее. Сущности начинают управлять человеком, по сути, добиваясь своей цели.